Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня будет попытка номер два зафармить эксперта. Как видите, я до сих пор не взял хотя бы нормальные на моем аккаунте. Это, конечно, смешно. Ну, а IGG я вчера показывал эксперта. То есть там, в принципе, не особо сложно. Первый уровень проходится, и второй в зависимости от того, какая у вас сила. Сейчас мы попробуем разные вариации, попробуем на этом аккаунте пройти, и второе попробуем пройти на втором аке здесь, который тоже, в принципе, с донатными героями, только силы там 5-6 раз меньше, нежели здесь, и посмотрим, что с этого получится. Первый левел тут просто проходится на изи, а вот дальше начинается веселуха. Попробуем такой же состав, который на атаку фортов. Как видите, здесь у меня уже вторые эволюции сразу идут. То есть от силы моментально. Буду на точность всех собирать, чтобы больше попадали. Потому что вариантов там просто дальше зефиров рая, по которым поднимется. Ловим с вами максимум точности. Так, крит. Еще и даф. В общем, соберу себе через полгода накроса. Это потолок, наверное. Смотрим, конечно. Так. Ну, хотя атака здесь ничего по сути не решает. Так, плюс 24% точности, нехило так. Вот на втором этаже начинается веселье, начинаются зефиры, прочее. Просто бред. То есть первый этаж проходится, в принципе, легко. Такс. Ну что, попробуем? На удачу давайте. Lost Aid. Нормально. Сможем ли мы его убить? Этого пытали. Так. Ой, здесь у нас нифига себе нормальные типы.
Надо еще изначально, ребят, смотреть карту, ну, и героев, в принципе, собирать, потому что тут вариаций очень много разных. Этим тоже мы займемся, но видите, здесь попроще. Надеюсь, мы опять не застрянем на Зефире. Орник. Командора, Космо. Хорошо, что они еще не ремочные. Все равно они очень быстро включаются. Вроде и сливаются быстро. Может, первый пройдем и скажем спасибо IGG. Вроде никто не умирал. О, Зефир, босс Зефир. Отлично. Ну вот она, ну здравствуйте называется. Сейчас посмотрим, сможем ли мы затащить. Ну должны, по крайней мере. О, начинается. Начинается, ребятушки, веселье. Тут, в принципе, мы можем поставить Мэри. У нас выбор всех героев есть. Сами видите, то есть для большинства доната, вот ребята писали, без донаты, натыкаются на такую одну пачку с маскировкой и выживанием, и все. Это та же самая ситуация, что с атакой фартов. Она просто не проходится. То есть тут недомогание у меня на героях стоит, точность есть, супер питомцы, супер пэты с недомоганием, он летает, крок, и это все равно не спасает. Вот вопрос, о чем разработчики думают, когда они создают эту локацию? Нахрена ее вводить, если ее в реальности, ну, средний донат, там, у кого не сильно раскачана сила и вкачана эти, то, возможно, плюс-минус будет проходить. А остальные что? Те, у кого нету топовых героев, ничего не смогут сделать. Те, у кого есть, они по силе не могут пройти. Короче, бред полный. Вот вам, ребятушки, Мэри. Для чего нужна Мэри? Поехали на вторую. На третью. Сейчас, я думаю, вообще весело будет. Смотрите, как мои герои уже проседают. Ничего себе. Ну, надеемся. Ронин. Чем там Ронин? Это просто жесть. Короче, ребят, однозначно берите точность. Будет точность, без точности это просто пипец будет. Вот реально здесь я понимаю, что здесь надо... Точности валом. Просто валом. Ну, есть пачки попроще. Повезло. Посмотрим, что будет в следующем. Пока держимся. Так, у меня уже ушатали. Мэри убилась, походу, на Варлоке. Если он там ударил сначала. Скорее всего... Ну тут еще терпимо. Но придется ее резать однозначно.
В общем, как видите, точность однозначно нужна. Без точности будет печально все. Если мы... Так, Асурик. В принципе, без разницы. Лучше пройти по центру, туда выбор будет две цели. Ну, смотрите, какой дамаг по Мэри, по 100 лямов пролетает. Едь. Че, она опять слилась, что ли? Офигеть. Просто жесть. Сколько у него там отхила? Вот реально. Тысяч отхила, вы чё бахнулись? У меня урона столько, дамага нету. Тут 500, это просто, ребята, аут. Вот вам дальше веселье. Мы даже попадаем, все равно нам не хватает дамага. То есть надо и дамаг брать, и это, потому что либо крит рейд брать, я даже не знаю, надо будет подбирать, но однозначно точность нужна. С таким отхилом просто бахнуться. Ну вот, пожалуйста. У меня минус ворожей, минус Мэри. В принципе, у нас есть кем их заменить. Я специально взял сюда еще Фрэнка и Бойку. Сейчас будем пробовать с ними проходить. Ну не факт. Видите, Фрэнк затащил. Реально надо точность повышать и атаку надо повышать. Короче, полный трэш творится. Без точности вообще реально никуда. Ну сейчас герои стоят вообще отлично. Единственное, конечно, половину уже посливали, но у нас есть рез, и попробуем резнуться. Да. Нужен ворожай однозначно. И Мэри. Вот посмотрите, опять же, дальше ты не пройдешь. Ну вы без Мэри тоже не справитесь. Вот вам для чего нужна будет Мэри. Зефира выбивать. Да уж. IGG продумали эту локацию. Интересно, сколько они минуснули у меня героев. Там остался Ронин и Зефир, офигеть. Я просто рад, посмотрите. Это просто смешно, ребят. Так. Убираем. Фрэнка, наверное, оставим. Берем Фрэнка. Ставим ворожея. The sun.
Что там, половины опять нету? Или есть еще кто-то? Не вижу. Но Мэри я тоже опять же не вижу. То есть эту пачку я опять не пройду. Да уж. Интересно, Ронина мы слили или нет? Ну, то есть недомогание, дофига точности и все равно. Он уходит в маскировку. 872к отхил, ребят. Ну, это просто аут какой-то. Это просто нереально. То есть для тех, у кого большая сила, эта локация просто, ну, бессмысленна. Я скажу так, если я не могу пройти даже первый левел, но хотя бы на Сардальке мы на второй перешли, там частично прошли, но там донатных героев нет. Сейчас посмотрим, что у нас получится на другом, но это просто вот какой-то. Вот вам усиление силы. Родина убили. Что оккультиста слил, нифига себе, там Зефир. Ну давайте еще раз резним, более такое дело. Пробуем отсюда убрать оккультиста и поставим сюда Фрэнка, чтобы больше дамага было. Поехали. Все, Мэри улетела опять. Мэри ушла с падки. Или Туфрат улетел. Какой-то там мега жесткий, ребят, Зефир, серьезно. Да. Это, конечно, нечто. Мы хотя бы Ронина убили, но тут 800к отхил, один отхил, ребят. Это просто печаль. Но опять все герои слиты. Даже не знаю, что сказать. Я попробуем пересобрать, посмотрим на Мэри, какая там Мэри у меня, если у нас есть еще попытки. Ну, это просто нереально. Без Мэри варианта здесь нет. Есть у нас попытки. Еще одна есть. Да уж. Так, где наша Мэри? Мэри, Мэри, Мэри. Попробуем, давайте такой вариант. Я даже не знаю уже, какой вариант пробовать. Попробовать вариант. Ну, хотя от Зефира это уже не спасет. Попробуем такой вариант. Тут кого уже не поставь сюда. Баты здесь, ну, по сути, нас не спасут, ну, никак. Оккультиста брать, ну, тоже бессмысленно. Он дамага много не дает. Вот посмотрите на Мэри. Все, ее нет. Там, по сути, хорошая отражалка стоит. Ох,
огненькая, я не знаю. Но я не знаю, что там стоит. Но она просто слилась на раз-два. Как, ну, в принципе, как и другие герои посливались. Это просто... Не знаю, ребят, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. У кого такая же лажа. Но это просто нереально. Что бы ты ни ставил, мы уже здесь точности нахреначили. Причем нахреначили точности нормально так. Это все равно не спасает. Тут уже героев выносят, ты уже ставишь топовые дефные сборки, их все равно выносят. Тут зашки стоят, я не знаю, сколько там дамага. Надо будет попробовать, сейчас попробуем открыть, может нам кровь выпадет. Поставить просто подашку, посмотреть, сольется с подашкой или нет. Но тут слили ворожая, тут всех остальных сливают. Здесь остается только пару героев, которые ничего сделать не могут. То есть на зефиров вообще, зефиров надо миновать. Бред. Просто бред. Ворожай у нас еще выжил. Такс. Давайте попробуем открыть. Не, к сожалению, только не упала нам кровь. Ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Как видите, даже прокачка вот 22 левела мы собрали, 88 точности, против ронинов спасает, против этих, к сожалению, не спасает, против зефиров вообще непонятно, что надо делать, но однозначно деф тоже не спасает. Все зависит от вашей силы. Нормальная у вас средняя сила, нормальная нету у вас. Ни хрена. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.